Порядка 170 миллионов рублей потребуется на разработку инженерной защиты от подтопления грунтовыми водами в Рубцовске. Об этом доложил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попридухин в ходе выездной встречи с врио-губернатором Виктором Томенко. К разработке проекта обновления дренажной системы города планируют привлечь специалистов профильных институтов и ведомств. Их проекты будут учтены в региональной государственной программе охраны окружающей среды уже в будущем году. Мы полностью по северо-западной части города Рубцовска выстроим всю необходимую систему, начиная от дренажных каналов и заканчивая системой подземного дренажа. Будет заложено. То есть это уже гарантировано обеспечение сегодня отсутствия грунтовых вод на поверхности земли. Мы практически дадим возможность сегодня беспрепятственного существования населения на этой территории. Стоит отметить, что проблема подтопления грунтовыми водами в Рубцовске обострилась весной 2017 года. В тот период на всей территории города действовал режим ЧС. Было подтоплено более 600 домов. Тогда на восстановление дренажной системы было потрачено более 5 миллионов рублей из краевого бюджета.